Нарьян-Марье праздник. Труженики Крайнего Севера отмечают 50-летие образования Ненецкого автономного округа. Этот порт, оснащенный самым современным оборудованием, морские речные ворота города. Во все концы страны и за рубеж уходят отсюда корабли, груженные пиломатериалами. Такую продукцию производит старейшее предприятие Печорский лесопильный завод. Развивается экономика этого края. Труженики округа выпускают в год промышленной продукции на общую сумму около 20 миллионов рублей. Это их вклад в 10-ю пятилетку. Трудом многих поколений людей преображался этот суровый край. Здесь чтят память героев экспедиции Отто Юльевича Шмидта, проложивших среди льдов путь в устье Печоры. Здесь помнят всех тех, кто отдал свою жизнь за счастье народа, за процветание Родины. Им, молодым, жить и строить на этой земле, трудиться на благо Родины. В Нарьян-Марье состоялось торжественное заседание окружного комитета КПСС и окружного совета народных депутатов. На нем выступил член ЦК КПСС, первый секретарь Архангельского обкома партии Борис Вениаминович Попов. Ненецкому автономному округу в связи с 50-летием вручена высокая награда – Орден Трудового Красного Знамени. Подлинным торжеством ленинской национальной политики стал этот праздник –